Приветствуют Константин Генич и Георгий Черданцев. Ждем сегодня яркой игры со стороны обеих команд. Сегодня Болонья встречается с Миланом. И вот мы видим состав хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Забирает мяч как. Здесь прессинг. На пару решили разыграть эту комбинацию. Итак, смотри, парни-то все известны. Что они нам сегодня покажут? Посмотрим. Эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. Так что защитникам и вратарю обязательно нужно быть сегодня предельно внимательными. Выручил он свою команду. Это может быть опасная атака. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс прорваться к воротам еще есть. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Джемайли. Увидел открывание впереди, делает передачу. Отлично. Он бьет. От штанги мяч отскакивает. Забивай. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Пока неплохо. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Андреа Поли. Джемайли. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Партнеры поддерживают. Мяч летит в сторону ворот. И почти попал в ворота, но только почти. Бонавентура. Хакан Чалханоглу. Себастьян Демайо. Атака. Хакан Чалханоглу. Никола Калинич. Какой удар! Врата! И это шанс забить! И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Да, не получилось с первой попытки, зато удалось завершить атаку вторым темпом. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Родригес. Хакан Чалханоглу. Пилья. И пас обратно. Скучновато. Отлично сыграно. Надо решать. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Никола Калинич. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Не слабо так. Форвард втиснул мяч в самый верхний угол. Мог ли здесь что-то сделать голкипер? Ну, разве что развести руками. Такие, откровенно говоря, не берутся. Нападение сегодня играет просто восхитительно. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Джемайли. Это может быть опасно. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Двигается с мячом вперед. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Серьезно.